Всем привет, вы на канале Еще Один Ход. И у нас новое прохождение Dice Legacy. Мы попробуем пройти сценарий Великая Зима, где зима никогда не кончается. И у нас есть бонусные ресурсы. Давайте посмотрим, за кого мы тут можем сыграть. Выберем Безумца. У нас сразу дадут нескольких горожанинов. И что у него за способность? Дает одну единицу знания за каждый уникальный отрицательный эффект, влияющий на кубики в пуле. Понятно. И давайте попробуем. Говорится, экспериментируйте, упорствуйте и будьте отважными. И вот мы снова плывем по кольцу. Хоть вечная зима не вечная, вон там явно лето. Так, и, собственно, давайте начнем тут со строительства, разбора обломков. Построим сразу наш первый районный центр. Правда, для этого нужно дерево, так что повременим. Давайте сразу на дерево. Ждем этот кубик, перебросим. Так, есть один строитель, но нам это все не подходит. Долго, давайте перебросим. Так, и теперь мы... Ага, точно не можем. Вот теперь можем. Давайте его построим. Или здесь. Нет, давайте все-таки здесь. Два строителя нам нужно. Их, как всегда, нет. Да что такое? Теперь ждем. Перебрасываем. И опять ни одного строителя. Наконец-то. Давайте отправим на дерево опять же. Так, и нам нужен тут исследователь теперь. И давайте сначала построим сразу дом. Давайте перебросим. И снова ничего. Давайте отправим лечиться. И
Nie wracałem. Tak, dajcie ich odprawiam na rozmnożenie. Tak, i na postronę pole. Tak, jeszcze nie możemy. Tak, dajcie się tam. Полем. Да, производство нам надо. Так что тут неизвестный лагерь. Угу. А, на базу случайно поставил. Так. Давайте пока отправим. Снова у нас куча добычи. Давайте отправим одного исследователя в лагерь. Локация. Давайте по времени попробуем, может быть, прокачать сначала кубик, а потом его отправить туда. Интересная находка. Мы наткнулись на небольшой лагерь, и население одето в богатые, пустые, потрепанные одежды. Кажется, у них много товаров. К сожалению, нашего следопыта поймал малодозорный, когда он пытался прокрасться в лагерь. В ближайшее время они будут с подозрением относиться к нашему присутствию. Неудачно. Да, немного враждебные, но в целом терпимо. Давайте отправим лечиться. Так, и добывать лес. Самое важное, наверное, в этой игре. Так. Давайте сюда. Нам нужно еще до пшеницы. Давайте перебросим, то долго их ждать. Так, и теперь можем перебрасывать. Опять у нас что-то не густо. А, и закончилась еда. Давайте отправим сюда. Так, следователь нам вроде как только нужен здесь. Хорошо, давайте пока продолжим. Отправим сюда еду и новая добыча еды. Так, можем ли мы построить мельницу? Тут, кстати, нужен еще камень. Так что нужно кого-то отправить на камень. Или пока что, да, давайте вот так вот. Есть одна еда. Да, нам нужно, в самом деле, вот этот лес бы разобрать, чтобы туда поставить следующий лагерь. Три строителя, которые нам не нужны. Так, у нас есть две науки. Я думаю, начнем с леса
i jedy to tu jednoznaczne. Так, теперь нам нужен камень. По-хорошему. Наступает холода, приближается зима. Скоро наши поля замерзнут. Мы должны выжить. Понятно. Переживите зиму. Пора для правого генерации нужен металл вообще. Теперь бросим, нужно отправить сразу на еду. Давайте отправим пока сюда. От них толку немного. Так, и полечим, только нечем. И давайте пока продолжим. Так, давайте перебросим. Нам нужен металл, которого нет. Давайте сделаем вот так вот. Да, давайте ставим железную шахту. Перебрасываем. Еще железная шахта. Так, и нам бы собрать пшеницу, пока не наступила зима. Вот так, поторопился. Теперь нам нужна еще еда. Металл бы не помешал. Давайте пока новый кубик. Но, к сожалению, ничего не остается, тут слишком мало. Так, давайте снова на металл. И тут пока перебросим. Давайте еда. И у нас совет. Так, камера усиления у нас нету. Создание новых кубиков начинается с полной прочностью. Немедленно получите не менее 2 кубиков крестьян. Ну, я бы за тренировки. Так, и что мы делаем? Давайте добывать металл. Так, по идее, этого должно быть достаточно. И теперь нам нужно дерево. Дерево и камень. И еще один кубик. Так. И тут у нас особо нечем порадовать. Давайте теперь на еду. Так. Давайте отправим еду. И у нас снова выпал набор, который нам не нужен.
Давайте заморозим вот эти. Мне все равно толку от другого нет. Так, и у нас есть металл. Да, наверное, как бы как-то так я бы его и поставил. Давайте отправим на камень, нам, по-моему, нужно 4 камня там. На мельницу, да. Это, кстати, единственный наш камень пока что. Так, давайте отправим лечиться сюда. Нам определенно нужно подвинуть столовую ближе к обогревателю. Так, и отправимся к строителям. Так, производство, мельница. Так, и нам нужен... Нужно дерево опять. Ага, которого у нас нет. Давайте пока сюда. И нам нужен еще один кубик. Тут строитель нам нужен. Так, и... Добыча леса нам нужна. Так, можем разжечь тут. Так, и теперь нам нужна таверна. Для этого нужно дерево. Так, и давайте пока подождем. Чего ждать? Давайте перебрасывать. Давайте на дерево. Нужно полечить. Наша последняя еда. Так что давайте на еду. Давайте немного камня. Так, исцеляет кубик. Используя эль. Так, ну пока что у нас... давайте посмотрим, где мы этот можем поставить. А, тут мы его вообще не можем. Можем разве что вот так вот. В целом, почему нет? Так, нам нужен еще строитель. И снова дерево.
Так, и... Чего мы ждем? Так, что нам нужно для таверны? Уже можем. Давайте на лес. Так, и тут два золота. Кстати, и тут два золота. Нам необходимо. Давайте начнем с этого. И пока что перебросим. Давайте полечимся. Так, нам тут нужно два строителя. И, наверное, нам нужна еще и переводная. Для этого нужен нам камень. А с камнем тут, конечно, туго. Ага, еда у нас закончилась. Давайте прибросим. Еда. Так, мы теперь можем разморозить кубик. Так, и... Покормим. Я там еще найду. Так, что у нас с пивоварней? 6,6. Так, и куда мы ее поставим только? Сейчас скоро у нас еда закончится, туда и поставим. Давайте это пока заморозим. И добываем. Нам еще на самом деле одно золото нужно. Еда. Камень. И кого-нибудь на дерево. Так, продолжим с лечить наши кубики. И. Место под пивоварню. И можем, наверное, перебросить. Давайте еще полечим. Как не вовремя он закончился. Так, и теперь... Сварим пиво. Так, и продолжим. Так, что нам нужно? Нам нужно дерево. И нужно... Еды у нас хватает, кстати. Нужен камень. Зима, кстати, скоро заканчивается. Так, у нас есть еще одно пиво.
Давайте пока перебросим. Давайте попробуем найти еще одно золото. Так, мечи. Нам особо не нужны. Надо что-то полечить его. И это нам скоро понадобится для пшеницы. Я думаю, не будем уже тратить пиво на этого. Давайте посмотрим, что мы будем строить следующее. Хижина травника. Что у нас тут вообще по лесу? Ага, он скоро тут заканчивается. Так. Мы, наверное, его поставили бы вот сюда. Ну, он там нам не грозит в ближайшее время. Так что... Или вообще вот сюда вот. Ну, разница небольшая. Давайте пока сюда. Так, давайте сварим пиво. Так, и добываем, собственно, лес опять. Давайте пока... Так, хижина травника строится. Но в любом случае нужно много леса. Так, новый закон можем принять. Пшеничные фермы в крестьянских районах продолжают работу зимой. Два крестьянских кубика обязательно мы за начале каждого сезона получите один знаний за каждый городской район. Ну, у нас их вообще нету. Так что давайте пока. Теплицы. И начнем выращивать пшеницу. И нам нужно немного еды. Так, строить нам пока что ничего не грозит с таким количеством. Так, можем что немного трав найти. Давайте полечим этот кубик. Так, и снова давайте дерево. Так, у нас как заканчивается пшеница. Собираем ее. Давайте полечим этого и соберем, собственно, опять немного еды и дерева. Тут у нас, кстати, закончилось дерево. Давайте немного на камень отправим. Так, и полечим. У нас есть два золота, мы можем сделать тут район. Что мы, наверное, и сделаем. Так, давайте отправим на травы. Перебросим. Основываем тут район. И добываем
Ничего не добавим. Давайте посмотрим, что нам нужно для школы. Угу. А для мастерской. Ага, все есть. Давайте построим мастерскую. Нужно много строителей. Так, кстати, опять начинается зима. И пока давайте соберем пшеницу нашу. Но пока не из чего. Нам нужно несколько строителей. Нужно собрать лес. Немного камня, хотя, наверное, еды бы не, нам не помешало бы. Так, давайте сварим пиво, нам скоро понадобится. И так, пока что рубим лес, наверное. Так, еда, давайте камень, металл, сейчас сразу разморозим кубик. Так, для пшеницы. Давайте его покурим. Тут добавим лес. Так, и немного, наверное, пора расширять границы. Сварим пиво. Отправим на лес. И найду кого-нибудь. Так, снова же. Что у нас тут? Давайте камень. Итак, факелы. Объятый ужасом крестьянин зовет на помощь. Кто-то напал на наше поселение. Но кто? Зачем? Быстро расходятся слухи об иных. Мы здесь не одни. Тусклый свет, кричащие люди с факелами. Нельзя дать им поджечь наше поселение. Понятно. И теперь нам нужны воины. Давайте пока что отправим кого можем на добычу. Нам все равно... Лучше просто найти воинов. Вот так вот. Крестьянин замерз. Так, давайте снова на лес. Так, нам теперь нужно 3 книги. А чтобы получить 3 книги, нужно построить школу. Давайте ее отправим сюда. Нужно 2 строителя. Кстати, закончилось пиво. И давайте
Нам нужен строитель тут еще один. Хотя тут тоже нужен строитель. Так, и нам нужны три книги, чтобы двигаться дальше. Но пока нам, я думаю, этого будет тяжело добиться. Давайте просто заложим нашу добычу. Кстати, у нас мало. Тут лес исчез, нам нужен исследователь, как раз вот он. И давайте создадим нового гражданина. Нам нужно срочно готовить пиво. Давайте с этого и начнем. Так, у нас появилось место. Так, есть у нас... Его. Давайте так. И давайте сделаем еще одного горожанина. Так, теперь мы можем начать собирать книги. Так, давайте, наверное, перебросим. Ага. Так, и... Нужно полечить. Так, и пока что. Отвратительное зловоние, наполняет воздух. Странная фигура, несут смертные гашки. Возможно, какой-то яд. Нельзя дать им распространить какую бы то ни было хвост среди нашего населения. Для этого нам нужен мечник, которого нет. Так, давайте еще раз прибросим. Так, и с чем мы продолжим? Нужно пиво. У нас есть. Делаем еще. Так, и что мы тут будем делать дальше? Подождем, пока разморозится, и готовим. Давайте прибросим.
кстати, зима заканчивается. У нас будет небольшая передышка. Окей, давайте перебросим. Отлично, третья книга. Еды нет. Давайте прямо сюда. Прямо за травами тут. И пока что... Прямо сюда. Двух золота у нас, кстати, нету. Пока что ждем. Ага, 7 секунд. И можем что-то улучшить. Так, больше пшеницы. Прочность, создание. Пока что, наверное, начнем с пшеницы. Так, и... Давайте прямо сюда. Так, несколько бледных худых фигур появляется из тумана. Они быстро скользят сквозь тени, приближаются к нашим запасам. Нельзя дать им украсть наши ресурсы. Да уж точно нельзя. У нас опять еды нет. Давайте попробуем сюда. Ну, не в этот раз. Давайте попробуем. Ну, меча, к сожалению, нет. Не успел. Так. И делю шепотом. Все новые полученные кубики получают один дополнительные силы. Но нам это пока что не надо. Используемые в городских районах кубики горожан дают наш шанс дать одно знание. Неплохо. Кубики становятся невосприимчивы к обморожению, когда используются в крестьянских районах. Вот это вот прям хорошо. Так, и это означает, что нам нужно поставить туда столовую. И демонтировать, наверное, эту. Так, давайте полечим. Нет еды. Давайте отправим все за ней. Так, смотрим, если у нас где-то еще еда. Но я ее не вижу. Давайте тогда металл.
кашта требуется. Давайте сделаем виды. Так, и... Наверное, Элис. Так, что-то у нас тут совсем не то, что нам надо. Так как у нас тут вот уже кубики замерзнуть не могут, наверное, мы построим немного другой паровой генератор. Ну, такой вот, я думаю, как раз хорошо будет. Или даже вот так вот. Да, наверное, так мы и сделаем. И этот можно снести. Так, я думаю, можно перебрасывать. Давайте посмотрим, что у нас по производству. И еда на мельнице. Давайте потом найти еще одно золото. Так, что у нас по камню? У нас есть камень тут. И давайте еды немного. Как раз получили 2 золота. Угу. Давайте перебросим. Не помешает полечить. Ставим на пшеницу. Здесь основим район. Так, у нас тут, давайте заблокируем этого. Ставим на лечение. Давайте сюда соберем. Давайте еще камень. Так, у нас вроде как много ресурсов. Давайте построим камеру усиления. Так, я отправим пока что снова на камень. У нас все занято, кстати, ну давайте бегу. Так, подождем, пока не закончат. Перебросим. Давайте дерево, лишнего не будет. Ну,
есть еще одно очко. Давайте прокачаем. Так, отправляем на пшеничные поля. Так что у нас еще еда хватает у нас. Давайте сделаем еще одно пиво. Так, тут у нас нужно золото и травы. Так что будем добывать тогда металл. Смотрим, давайте, что мы можем построить еще. Так, молочную еду из трав. Так, травогенератор, таверна, аптека. Исцеляет раненый или больной кубик с помощью трав. Наверное, можно построить. Либо же все-таки построить торговцев. Я думаю, кубикам так, это торговой гильдии нужно 8 камня. Давайте отправим данный камень. Так, у нас есть одно золото. И у нас еда еще чуть есть. Так, и давайте пока что... Так, у нас, кстати, что-то опять закончился. Забываю про него. Давайте металл. Так, тут мы можем усилить какую-нибудь грань кубика. И давайте усилим добычу. Добычу леса. Нам нужна торговая гильдия. Ты строитель аж. Давайте разблокируем его. Вот так. Так, замерз. Пока что отправим на, собственно, камень. Так, и тут у нас дерево, наверное. И что еще, давайте идем. Пиво у нас тоже на исходе. Так, и... мы все добываем. Давайте одно пиво. Полечим.
добудем камень и дерево. Перебросим, отлично. Так. Наверное, у нас хватает денег, чтобы построить еще одну, еще один районный центр. Возможно, лучше вот так вот. Нет, там близко к тому городу. Давайте все же вот так. Тут у нас нужно полечить. Попытка добыть золото. Когда зима чуть просветляется, думаю, можно использовать эту столовую. Дерево, камень, и давайте перебросим. Третья книга. Так, что у нас еще есть? Больше восстанавливает. Экономика, торговцы, открывательный космос, обменивают ресурсы на золото. Неплохо. Рынок с вероятностью 10 раз повезет одно дополнительное золото. Так, наверное, нам нужно будет это изучить. Ну, пока что давайте с того начнем. Так, добываем еду, наверное. И тут нам нужно... горожанина в торговца. Интересно. Давайте сюда сделаем еще одного горожанина. Я думаю, это еще одно место для столовой нашей. Смотрим. Да, нам нужно теперь 2 золота, чтобы сделать торговца. А значит, пошлите за металлом. И... ну, скоро должно быть лето, они должны растаять сами. И... так, пшеница. Давайте пройдемся по металлу. Перебросите. И что мы можем сделать? Одно золото нам еще нужно для торговца. Ага, и нам еще нужно... так. Обязательно рубка. В начале каждого сезона получить 2 дерева за каждый лес в крестьянских районах. Каждое здание, которое позволяет менять кубик сословия, требует одно меньше ресурса для работы. Так, вот это вот, кстати, интересно. Наверное, стоит взять. Как раз мы сможем сделать торговца нашего. Посмотрим, что тут. Давайте экономику возьмем.
Так, и нужен исследователь. И у нас появился торговец. Кстати, исследователь 2. Давайте отправим его сюда. Похоже, это развалины старого склада, ныне покрытые лианами и мхом. Стены вот-вот обрушатся, но, возможно, внутри можно найти ценные припасы. Давайте войти. Отлично. Вход в крупную круглую комнату. Часть сохранных материалов можно использовать в строительстве. Любопытно. Ну, не так уж и много мы рискуем. Давайте продолжим. Так. Под тканью укрыты хорошие сохранившиеся предметы мебели, инструменты и материалы. Они аккуратно сложены, их явно не забыли тут и просто оставили. Занимательно. Так, ну мы уже рискуем больше, но все еще не так много. Давайте среднюю. Подвал полон материалов, аккуратно сложенных и почти как новеньких. Местные жители не бросили все в панике и это место не грабили. Было приятно, принято четкое решение уйти, эти припасы оказались ненужными. Чарующе. В углу подвала под богатым высшим куском ткани стоит тяжелый контейнер, покрывшись странными даже жутковатыми символами. Внезапно сверху слышится рокот, здание начинает рушиться. Бежать сокровищем, либо взять контейнер. Ну, в целом, это можно так добыть. Давайте возьмем контейнер и посмотрим, что там. Вытащив наружу, контейнер был наконец вскрыт. К сожалению, сокровища не оказалось. Всего лишь амулет с выгравленным символом. Странно. И, наверное, на этом мы закончим наше прохождение. Подписывайтесь, ставьте лайки. И надеюсь, вам понравилось. Еще увидимся.